Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Длинные Евангелия, но здесь есть кое-какие очень для каждого из нас важные моменты. Это кто-нибудь смотрел? А кто? Так, а что? Это Хроники Нарнии. А кто там изображен? Аслан и Снежная Королева. Но она не снежная. Белая колдунья. Все правильно. А что делала белая колдунья? Она делала добрые дела? О, сейчас ответишь. Делала? Нет. А как это с нашим Евангелием сегодня совпадает? Что там сказано? Кто слышал? Очень важный момент. Если ты идешь к свету, то что ты делаешь? Ну, кто? Добро. А если ты идешь во тьму, что делаешь? Зло. Правильно, да. Вот, если вы помните Хроники Нарнии, какая бы она ни была красивая, но она делала зло, потому что в сердце ее были злые помыслы. Следующий слайд, пожалуйста. А это кто? Ну, это явно все смотрели. Человек-паук. А что о нем вначале думали? Вот как о нем думали? Помните? Он вообще какие дела делал? Добрые. А вначале что о нем думали? Что он плохий. Правильно, да. Вначале о нем думали, что он вообще пришел для того, чтобы там плохие дела свои делать. А он наоборот, делал добрые. Почему? Почему он делал добрые дела? Как это с нашим Евангелием совпадает? Чтобы спасать людей. Ну да, да. Почему он делал добрые дела? Ну почему? Вот он взял, встал с утра и начал делать добрые дела, да? Вот чего его понесло на добрые дела? Кто знает? Ну, предположить-то можете? Ну вот ты, добрые дела, почему будешь делать? Просто так. Просто так. Потому что сердце у тебя доброе. Наверное. Точно доброе. Потому что сердце у нее доброе. Это очень важно. И у нас в Евангелии сказано, что, помните, Бог послал своего Сына для чего? Не чтобы погубить мир, а что сделать? Кто скажет? На помойке. Так что вот, кто скажет? Вот что? Чтобы спасти? Да, чтобы спасти. А мы часто воспринимаем его, да, что он придет, накажет. А он пришел, оказывается, для того, чтобы каждого из нас спасти и помочь. Следующий слайд. А это из какого мультфильма? Ходячий замок Хауа. Ходячий замок Хауа. Да, ходячий замок Хауа. А как это с нашим Евангелием сегодня совпадает? Вторая часть. Кто пришел перед Христом? Кто? Ну? Кто пришел перед... Не знаете, что ли? Он ходил, в воду окунал людей зачем-то. Кто? Иоанн Креститель. Иоанн Креститель. Все правильно. А что он говорил? Это не я, я только петь. Он говорил, что это не я, Мессия. Правильно, что он пришел приготовить путь. Так и здесь, помните, если бы не Софи, то репка бы не стала кем? Живым человеком. Да, принцем. Следующий слайд. А кто этот фильм смотрел? Если не смотрел, очень рекомендую. Никто не смотрел? О, кто-то смотрел. Сейчас вот это... Это же... Так? Морозко. Ну, не совсем морозко. Так, кто-то смотрел. Сейчас я доберусь. Джек Лондон? Нет, не совсем. Это фильм снят по истории реальной. Ну, кто не смотрел? Ну, хорошо. Тогда это вам такая реклама, чтобы посмотрели. Фильм называется «Тога».
Кто смотрел мультик «Балта»? Все смотрели, да? «Балта» все смотрели. Ты смотрел? Да. О чем там? У девочек. Да, здесь была такая история, друзья. Вот Иоанн Креститель приходит и готовит путь Господу, да? К нему идет народ, а потом народ спасается. А вы знаете, что в Америке, на Аляске, был случай в 1920 году, когда в городе Ном маленькие дети заболели дифтерией, и не было сыворотки, лекарства. И для того, чтобы их спасти, пришлось собрать вот этих вот людей, которые передвигались на собаках, для того, чтобы они за 1000 километров привезли лекарства. И они это сделали. И главный герой – это собака, которая пробежала больше 500 километров. И, конечно же, тот, кто привез лекарства, главный герой. Но они это делали для того, чтобы спасти тех, кто болел. Следующий слайд. И они так приготовили путь к спасению многим. А что это говорит каждому из нас? Ну вот что. Вот собака и человек. Они что могут? Собака – друг человека. Точно. Молодец. Собака – друг человека. Потому что без собаки он бы не смог сделать это. Этот человек, ты молодец. Это правда. Без собаки он не мог сделать. Как, наверное, без Иоанна Крестителя многое что бы не получилось. Но Иоанн Креститель пришел, а потом за ним пришел Христос. Правда же? Так? А что мы можем сделать, чтобы Бог в этом мире действовал? Кто скажет? Вот кто сообразит? Вот у нас первая часть Евангелия и вторая часть Евангелия. Что можно сделать? Совершать добрые поступки? Правильно, да, друзья мои. В нашем мире, кроме наших рук, у Бога больше рук нет. Понимаете? И мы можем сделать много. Как этот пес, простой пес, сделал все для того, чтобы спасти тех, кто заболел. Он помог человеку. Помог человеку своим сердцем. Поэтому всем домашнее задание посмотреть фильм «Того». Очень хороший фильм. А нам с вами надо учиться делать добрые дела. Договорились? Христос воскресе! Аминь.